Всем привет, купили вот такую штуку, называется Чаджан Мён. Вот, ну я не знаю, очень похоже на узбекский, но не факт. Что это... А, кстати, доширак, если это доширак, значит это по-корейски. Ну давайте, я такую первую вижу, ее надо не заваривать, а варить. Она с овощами, прочего солнечного. Давайте почитаем как. Переместите лапшу 600 мл кипящей воды. 600 мл. Ой, здесь много. Здесь нету сколько на кастрюльке. А, вот написано 1,5 литра. Это литр. Вот, это примерно. Да, вот видите, вот здесь литр. Это получается у нас литр. А мы сделали примерно 600. Ну, давайте положим. Чачмандай. Чачанмён. Ну, давайте, вложу чаджанмён туда. Я так понимаю, что он будет как суп такой, что ли. Ну, я как суп не очень люблю. Добавьте... Так, второе, слить в воду, оставить немного, 1-2 ложки воды в кастрюле. А, потом надо слить воду. Короче, сейчас варим 5 минут, и давайте, ну, 5 минут подождем, потом будем добавлять вот этот оригинальный соус чаджан. Да. Так, теперь включаем горячую воду, как в инструкции написано, чтобы было вкуснее. Набираем горячую воду в, ну, куда-нибудь, что у вас есть. Мы вот в контейнер, не рог, в контейнерочек, или я не знаю, как это контейнер. И вот отпускаем туда вот этот соус. Написано, если его подержать там, то типа блюдо будет вкуснее. Вот здесь так написано. Чаджан переместить в горячую воду на 1-2 минуты. Ну, там, конечно, нарисовано в кипяток, но мы в такую поместим. Пускай пока лежит, пока вот еще минутку макароны варятся. Чаджаман. Ой, чаджан мён. Так, все. Выключаем и сливаем. Оставляю, написано, несколько ложек воды. Ну, все здесь. Ну, побольше, конечно, чем несколько ложек. Ну давайте поставим горячую плиту. Берем чаджан, ну, приправу, открываем и добавляем туда. Написано, кстати, нарисованы бобы, блин, я что-то не вижу бобов, я вижу какой-то этот. Какую-то подливку. Так, ну все, давай, наверное, надо перемешать, сейчас я прочитаю инструкцию. Добавьте, тщательно перемешать. Ну и все, наверное, будет готово. Давайте тщательно перемешаем. Ну, пакетик он вот такой. Что-то не особо похож. Ну, сейчас немножко соус этот выдвинем. Ну, такой он, как будто бобы ешь. Он странный. Но сейчас еще домешаю до конца. Ну, со вкусом бобов, да. Сейчас. Просто он такой водянистый. Ну, давайте попробую сейчас. Ах, эти азиаты. Как это есть вообще? Так, если только намотать. Не, ну выглядит как, знаете, чикен там всякие, чики, чики. По запаху? Пахнет, да? Ну, неприятно. Кислые бобы, вот, знаете, кислыми бобами пахнут. Давайте попробуем. По баллам? Не знаю. Честно скажу, полная фигня. Что-то по вкусу. Оно не соленое, не перченое. Просто как бобы. Как вареные бобы. Даже бобами. Даже горохом не пахнет, не бобами. Короче, просто какая-то безвкусная жижа такая. Вот. Выглядит классно. Приправа выглядит классно. Если просто ее так есть, тоже классно. А по вкусу макароны, ну это...
3 балла из 10. Не, ну я могу поставить 4, просто чисто за упаковку, что-то красиво выглядит. 4 балла из 10. Ну, короче, это такое ниже среднего. В общем, я ожидал большего. Вот. Короче, 4 балла из 10. Но покупать я такое не рекомендую, потому что... Ну, не знаю, нет, смотря какую еду вы едите, потому что я обычно макароны варю. Я считаю, что вкуснее, чем это. Вот так вот. Поэтому спасибо вам за просмотр. Показал, как приготовить чаджанмён. Попробовал его и сказал вам, чтобы вы его не покупали никогда. Вот. Спасибо вам за просмотр. Пока-пока.